Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Праздник белого лепестка отметили во второй раз в новом перинатальном центре Читы, на который собрались те, кто год назад родились недоношенными и за чью жизнь боролись врачи и родители. Сейчас эти малыши весело бегают и играют со своими сверстниками, танцуют и ничем не отличаются от обычных детей. А ведь совсем недавно родители, молясь за здоровье своего чада, веря в профессионализм врачей, находились в неизвестном ожидании. Когда рождается тяжелый, как бы доношенный ребенок, ты более-менее что-то знаешь делать, когда недоношенный, там... Ребенок родился на сроке 29 недель, весом 1 килограмм 120 грамм. Мы потом находились 15 дней в реанимации, здесь на реабилитации, потом нас перевели, было открыто здесь отделение второго этапа выхаживания. Учились кушать в прямом смысле слова, учились познавать, что такое мамина грудь, что такое вот. Проблемы есть, как у всех и доношенных детей, но не все решаемые. Таких детей за 3 года работы центра родилось уже более 1000, 92 из которых весом менее килограмма. Психолог центра Елена Максимова на встрече рассказала, что детки, которые родились недоношенными, более самостоятельные, приспособленные к жизни и менее зависимы от родителей. Она также отметила, что им нужно не только медикаментозное лечение. Они нуждаются в ласке и заботе, как, в принципе, и все малыши. Недоношенность – это не приговор. Не надо плакать и жалеть ребенка. От психического состояния родителей зависит состояние малыша. Заместитель главного врача по педиатрической помощи перинатального центра Елена Доровская выразила благодарность всем, кто работает, спасая жизнь детей, и дарит радость родителям. Александра Леонтьева, Анна Хвостова. Специально для Забинфо.ру.